котрий вже день. Я не чую тебе, серце мирає. Ці прокляті звіри вас пивають. Ма, повз мене проходить день. Я тепер частіше молюся. Мамо, я так сильно боюся. Більше ніколи не обійнятись. До Марії не спить. Воно б'ється вночі і зрання. Воно кров'ю залите тебе. Згоріли всі мрії і сподівання. Місто Марії не спить. Там ракети і кулі зруйновані. Хай мені знову почути тебе. Моя племянница сидела со своей подругой, их засыпала, подруга умерла, племянница выжила. Много таких ситуаций, все это было рядом с моим районом. Я видел Кирова, как очень сильно бомбили, его просто на моих глазах сравнивали с землей, он весь горел, ну не знаю, я каждый день смотрел, выходил, ну это было страшно. А потом я увидел, как в центре города, прям там есть церковь у нас большая, возле драмтеатра, и очень большое пламя дыма поднялось, такое как грибок. И я подумал первым сразу делом, это драмтеатр. Были такие вопросы, как ваш там драмтеатр и так далее. Ну, с такой улыбкой. Вони звикли гуляти іншою набережною. Там, де замість Дніпра – Азовське море, а замість Києва – такий рідний Маріуполь. Що для тебе Маріуполь? Та все, я там родился, я там вырос. Это, наверное, самое больное, что сейчас у меня нет осознания, что будет с городом дальше. Я надеюсь, что его вернут. А если не вернут, я не знаю, я бы очень хотел бы вернуться в Мариуполь. Это для меня это и есть Украина, Мариуполь, потому что я не планировал жить там в Киеве, в Одессе. Я хотел вернуться сюда, в Мариуполь. И роднее, чем Мариуполь, ничего никогда не было и не будет. Очень хочется обратно вернуться в Мариуполь. Как Артур говорил, это наш родной город, и мы его очень сильно любим. И как он в последнее время начал расстраиваться, ну, в плане индустрии, вот это все, дома там красивые начали перестраивать, набережные. Город прекрасный был в последнее время, тем более наслаждаться можно было нормально. Маріуполь – один із головних символів цієї війни. Місто фактично стерли ворожа авіація, артилерія та снаряди. Ми всі досі до кінця не усвідомлюємо масштаби маріупольської трагедії. Сьогодні ми розповімо вам історії футболістів, які фактично виживали у Маріуполі, коли там відбувалося пекло на землі та в повітрі. Дехто із них спостерігав за цим жахливим серіалом із інших міст України і не розумів, чи живі його близькі та друзі. Для всіх цих людей Маріуполь – це по суті життя. Для нас, як для українців, збереження нашого життя і життя нашої країни – завдання номер один зараз. Ми, вся наша редакція компанії 1+1 Медіа, допомагаємо Збройним силам України. Так само допомагають і наші партнери – компанія «Парімач». «Парімач» – народжені в Україні, заряджені перемагати. Наші герої зустріли війну у різних куточках України і не тільки. Троє безпосередньо у самому Маріуполі. Маріуполець Артура Вагімян в Олександрії. Олександр Драмбаєв та Остап Маркевич на зборах ФК Маріуполь. Взагалі, ну, не предполагали, що таке може случитися в 21 веці. Взагалі, ми їхали перед, получается, 24-го, перед 24-м, як все случилось, 22-го, грали товариську гру з Краматорськом. Мы даже не верили, что была накаленная ситуация, но что такое могло произойти, даже никто не верил. И мы остались в Мариуполе, думали, ну, 2-3 дня, ну, будет где-то в стороне, все будет хорошо. Коли ты дізнався, що почалась війна, кому ты першому зателефонував? Сразу же родителям спросить, какая у них ситуация в Мариуполе, девушки, потому что они находились в Мариуполе все, и, ну, рядом граница с Россией. А я им когда позвонил, у них вообще ничего в это время не происходило. Буквально когда
в Киеве, во всех больших городах летали ракеты, то в Мариуполе было спокойно. Я им даже сказал, уезжайте оттуда, они мне наоборот говорят, ты приезжай, здесь все хорошо. Но никто не думал, что такое вообще будет в Мариуполе. Як ви взагалі дізналися про повномасштабну війну? Ну, спочатку ми вже розмістилися в транзитній зоні і готувалися до виліту, тому що вже, що розумієте, ми з собою везли неймовірну кількість всякого обладнання. Там і по фізично-медичній частині це все вже було загружено, ми вже чекали на літак, але якраз зайшов представник авіакомпанії турецької, сказав, що небо над Україною закрите і що нам доведеться знову це все, ну, так би мовити, знову виходити на вулицю, забирати речі, і звичайно, що я відразу відчув щось, ну, якусь тривогу і набрав віце-президента, хоча це було, по-моєму, чи п'ята ранку, чи шоста ранку, але він, віце-президента Андрія Саніна, він мені сказав, що в нас почалась війна. Кільце навколо Маріуполя почало стискатися дуже швидко. Після того, як російські війська захопили Бердянськ, місто опинилося в облозі з чотирьох напрямків – Донецьку, Криму, того ж таки Бердянську та Росії. Родина Артура серед тих, хто опинився фактично замкненими у місті. Там є у нас район «Лівий берег», і спустя десь неділю його взагалі відцепили повністю. Це ближайшая точка, виходить, як можна було зайти в Маріуполь. Її вже відцепили. И потихоньку начинала связь уже пропадать. То была, то не было, воду то давали, то не было. Но уже начинались такие моменты, и когда мне позвонили, сказали, что полиции уже и какого-то порядка в городе нету, что магазины все закрыты, мародерствуют люди. Людям сказали заходить в магазины, брать все, что есть. Ну, сами военные украинские разрешили это делать, потому что уже была такая ситуация, что ничего не работало, а людям не было чего кушать. И тогда я уже понял, что если начинается бардак в городе, не будет никакого порядка, то уже тогда я уже понимал, что ничего хорошего не будет. И плюс они уже не могли выехать из города. Футболіст Яруда Ігор Биковський – друг дитинства Авагімяна. Він – наші очі та вуха в цій історії. Ігор пережив увесь біль Маріуполя на собі. Те, що він побачив, може зламати будь-яку психіку. Второе, третє число. 2 марта, это я уже думаю точно, что начали сравнивать с землей город. Я тогда, меня попросил отец моего друга по команде проверить, как он там на Кирова. Я сказал, хорошо, я съезжу с утра, посмотрю, как он, потому что уже связи такой, у меня МТС был, он ловил еще, у него был Киевстар. И тогда, ну, он попросил меня, чтобы я съездил, я с утра проснулся, взял девушку и сказал, как раз я заеду к нему и заеду к своей сестре двоюродной на Ильича. Ну и когда проехал в район Кирова и увидел на своих глазах, что там происходит, я потом сутки не разговаривал почти. Были прилеты, просто жилые дома, просто там не было военной техники никакой, вообще никакой не было. Жилые дома, все сгоревшие, огонь даже был. Я ехал, проезжал заправку «Маршал», ее просто как будто снесло ветром. Ну, там все разрушено, все горит. Люди посреди дороги стоят уже с чемоданами некоторые. И после этого, то, что я проехал, это я первое, что увидел, тогда такое серьезное именно, что дома уже сильно пострадали. И тогда я уже понял, что это уже не смешно. Було колись тебе відчуття, і от коли було найсильніше, що ти можеш не прокинутися вже на наступний день? Так, да, були і багато разів дуже. Коли особливо найстрашніше, це був самоліт, мабуть, снаряди, ті, які летіли, теж, звісно, страшно, але коли самоліт, і ти ложишся, намагаєшся вночі лечь спати, ну, там толком ми сильно і не спали, ложились, і коли він скидає бомби, це дуже страшно. Бувало такий заряд на весь город було. И бывало очень сильно страшно. Там у сестры был, получается, не как бункер какой-то, а подвальчик, как, знаете, где хранят еду, там такой погреб, да. И, ну, там не сильно было безопасно, я думаю, даже если был бы какой-то прилет, не спасло бы это нас. Ну, и мы, по сути, всегда были в квартире, в частном доме.
было очень страшно. Я бывало девушку сразу на пол посреди ночи ложил и типа, прикрывал, но понимал, что это бесполезно. Ну, были моменты, да, когда было очень страшно. Партнер Ігоря по Яруду – Єгор Булгаков. Він майже місяць просидів у підвалі разом із родиною. Коли вже почалась, ну, не розуміли всі реалії, що таке може случитися в Маріуполі. І так ми будемо відрізані від всього, без зв'язку, без світу, без всього, без їжі і так далі. Непонятно, що робити, ждати, ну, ждали якогось хоч тишини, перемир'я. Ну, надіялись просто на краще. Ну, не розуміли просто, як виїхати і так далі, вийти, тому що... каждый день обстрелы, авиаудары просто. Люди просто выходили кушать, готовили, намагали с подвала на там, 30 секунд поставить и не возвращались просто, и такое бывало. Все у вас? Да, в районе. Не, нашему под такого не было, рядом. Прилетало просто в жилые дома, дотла сгорели. Приезжали к нам полицейские. Ну, там, в Мариуполе говорили, что все хорошо, мы держим оборону, подмога идет, надеемся, все будет хорошо. Приезжал Красный Крест, нам говорили, что Херсон, Киев, Харьков, уже все под Россией, так что... Червоный Крест, да. Ну, это, наверное, были переодетые, но приехал Красный Крест нам, сказал, что пол Украины уже под Россией. Так само, як і житловий фонд, страждала і футбольна інфраструктура міста. Але це не зупинило окупантів. Ані зруйнований стадіон імені Бойка, ані футбольна база. Вони провели свій, так би мовити, матч за мир у обстріляному до цього спорткомплексі. Цинічні танці на кістках. Ми знаємо на прикладі Донбас-арени, що відбувається із футболом, коли туди приходить, так би мовити, руський мір. Ну, все зруйновано. На жаль, там була одна з найкращих інфраструктур в Україні. І це був і манеж критий, і було три футбольних ідеальних натуральних поля, плюс одне штучне. І там постійно були постійні кроки вперед в плані розвитку, тобто там освітлення. Постійно керівництво робило закупку якихось потрібних речей для клубу. Все це зруйнувало. Там було, по-моєму, в нас 5 автобусів був клуб. Ну, це серйозна інфраструктура, але якщо падає авіабомба одна на поле, все, це його нема просто. Це воронка в діаметрі 30-40 метрів і в таку саму глибину. Це вже немає поля. І скільки я знаю, що коли вже там російські війська вже затиснули наших воїнів, затиснули туди, там треба знати ландшафт і розташування Маріуполя. В нас база внизу, так біля моря була. Я пам'ятаю. Розумію, що вимушено хлопці спустилися вниз, так як вже було захоплено більша частина місця, і вони були в нас на базі, жили разом. А, серйозно? Так. От, тому, напевно, по базі, напевно, так само стріляли. Ну, там все зруйновано, там залишилось дуже багато наших хлопців, машини, ну хто вже, про це вже ніхто не думає, ні про речі, ні про що. Ось дитяче відео з домашнього архіву Артура. Він по-справжньому щиро любить футбол і своє місто. Як жити з розумінням, що твої рідні футбольні місця зруйновані або сильно обстріляні? Це, мабуть, як б'ють по твоєму больному, мабуть, місту. Всю життя мечтали грати за Маріуполь, якщо чесно. Знаєш, там багато в дитинстві за Реал Мадрид хотят играть, в Милан какой-то. Но у нас всех мариупольских, знаешь, мы любим так свой город, поэтому не сильно хотелось уезжать из Мариуполя и играть в какой-то другой команде. И все конкретно коренные мариупольцы, знаешь, многие люди, кто приезжают в аренды, жалуются там на город, еще на какие-то обстоятельства. А те, кто конкретно родился в Мариуполе, все хотели играть за Мариуполь, потому что каждый район тебе близкий, каждый человек, который там находится. И вот у меня была мечта играть в Мариуполе. И для меня это больно. Я раз собрался 10 марта,
с девушкой как раз наши вещи остались же дома в центре города. И мы, говорит, пошли за вещами через этот весь ад, через весь город. И я решил зайти к пацанам на базу. И когда я дошел до базы и увидел, что снаряд лежит вот так, торчит посреди дороги возле базы сразу. И я зашел на базу и увидел, сколько там было человек. Я офигел, там больше 56 человек было. Приехали. Это простые люди? Ну, это жены тренеров, тренера приехали, даже тренера с Ильичева, с Мариуполя, Грибанов Сергей, там были, Орбу был, там много было всех, и, ну и друзья друзей приезжали туда, пацанов, девушки тоже с семьями поприходили. Когда я там был, было 13 человек всего. Пришел туда, там был уже полный такой трэш, не знаю, 56 человек, а всего подвал, то он максимум, если станут в подвале, там 7 человек, это стоя поместится. А 50, я говорю, пацаны, а где вы? Я говорю, куда вы прячетесь? Он говорит, ну, мы, говорит, уже до такой степени, что мы уже на втором этаже сидим. Ну, говорит, прилетить, не прилетит? Прилетит, не прилетит, уже такое. Для багатьох українців повномасштабна війна розпочалася 24 лютого цього року. Але насправді військова агресія РФ триває з 2014-го. Батько футболіста української молодіжки та Маріуполя Олександра Драмбаєва вже давно служить війську. Він переповів сину кілька таких історій, які вас точно шокують. У нас також вдома був чоловік, який з Іловайського котла вийшов, приходив. Йому там було 25 чи 26 років. Його російський офіцер з пістолета розстрілював, коли він лежав на землі. В серце тільки промахнувся, стрільнув трішки вище, ну, він вижив. Він зміг вибратися звідти. Коли вони виїжджали з нульовки, була ротація, батько вів колону. Був запланований маршрут у них, і вони виїжджали. І батько щось не захотів їхати цією дорогою, він вирішив поїхати наступно. І я очікував від цього чи ні, але дякую Богу, що він поїхав в другу сторону, тому що там їх чекали вже. Хтось зі своїх здав маршрут, і там їх чекали російська армія. А тут засідка не була? Так, да, була засідка, але вони побачили, що вони їдуть другою дорогою, і вони розвернули і почали стріляти, і тоді якраз батько приїхав додому, і ми ж виходимо, зустрічаємо його, дивимося, машина так от пробита в кулях, і ми в нього запитуємо, що це таке, ну він так нічого не розповідав, ну а потім уже, коли вечором прийшли, все ж він розповів, каже, ну отак, там виїжджали, там чуть-чуть по нас постріляли. Каже, нічого страшного, не слухаю, каже, все добре. На блокпостові був дідусь пенсіонер, і наші військові за ним доглядали, приносили йому каші, крупи, ну, все необхідне для життя. І так десь було більше, ніж місяць. І потім цей дідусь, коли почалась пасіка, вирішив принести трьохлітровий бутель меду нашим військовим. Приніс, а в цьому бутелі був сюрприз, так скажемо. І цей сюрприз зірвався, і було пару цих смертей наших військових. І просто буваєш, не розумієш, як так може статися, коли ти допомагаєш людині, ти все для неї робиш, а вона так через якийсь період часу таке тобі робить, приносить і каже, держіть, сину, це вам, скуштуйте. А там граната. Ну, я цього теж не можу зрозуміти. У мене було ставлення однакове, що в 2014 році, що зараз. Угу. Я їх ненавиджу, я це завжди казав і буду казати. Вони всі винні поголовно. Ви знаєте, дуже багато молодих просто сказали, напевно, всі сказали, що ми ніколи не будемо жити там, якщо, наприклад, хоча я не то, що не вірю, я впевнений, що цього не буде, а там, де вони зараз знаходяться, на наших територіях, сказали молоді всі, фактично пацани сказали, що ми там жити не будемо.
Ми не будемо там жити, і ми не маємо нічого спільного з цим відношенням і з цими в лапках цінностями, які зараз панують в Росії. Це є повний безпреділ, то, що там робиться, беззаконня і безправ'я. Там люди не мають ніякої ні свободи виявлення, ні свободи слова, нічого. Нічого не мають. Тобто і наша молодь сказала, ми не будемо там жити. Наприклад, син Олега Матвєєва, да, який, ви, напевно, знаєте, наш спортивний директор, який сам з Росії, з Ростова, мама з Ростова і тато, і сказав його син, який був в Маріуполі під окупацією, і слава Богу, що зміг звідти виїхати, він сказав, я від Росії не буду. Тобто вибирає звідси і тільки на Україну. Не так давно, до початку повномасштабного вторгнення, колишній гравець Маріуполя Марк Мампасі перейшов в чемпіонат Росії. Щось він зв'язувався з партнерами по команді саме після повномасштабного вторгнення, щось говорив чи ні? Тут футболістам все одно. Поки їм гроші платять, їм добре. Вони їздять на своїх машинах, і їм дуже добре, і вони нічого не хочуть говорити. Він їм показував фотографії та відео також з Києва, з Запоріжжя, з Запорізької області, Херсон. Все як було з Києва. І вони робили таке лице, і все. Більше нічого вони не робили. Просто... Поки гроші платять, він так і сказав, поки гроші платять, вони спокійні, вони будуть. Їм все подобається, вони нічого не будуть казати. Я не знаю, поможе це відео чи ні, але мовчати я не можу. Смотреть, як валять мій рідний город бомбами, ракетами. Поки на город не упало дві бомби, не рознесло центр города, роддом. О городі мало хто говорив, хоча багато маріупольці, знаходясь за пределами Мариуполя, предупреждали и говорили о том, что там крайне сложная ситуация, что там полнейший хаос творится. Поймите состояние людей, находящихся в Мариуполе. Они не знают, что происходит ни в городе, ни в стране, ни в мире в целом. Они ничего не понимают. Поймите состояние нас, тех, кто находится за пределами Мариуполя и не имеют связи со своими близкими, с мариупольцами, которые находятся далеко. Мы не знаем... как состояние наших близких, понимаете? Люди не спят просто уже пятый день, просто у нас играют сирены в наших городах, где мы находимся, нам все равно, потому что у нас все мысли о нашем городе, понимаете, о наших людях. В городе полно мародеров, и все аптеки, жизненно необходимые таблетки люди не могут достать. Моя мама проходит курс лечения, у нее проблемы с сердцем, а у нее нету таблеток для... поддержание ее здоровья. Даже если они целы, она теряет свое здоровье. Я уверен, что таких ситуаций, таких людей в Мариуполе тысячи. Я просто молю вас, остановитесь. Это, наверное, самое ужасное было, что ты смотришь, что очень много людей мирных умирают, и ты не знаешь, есть там твои близкие или нет. Я до сих пор, мы не знаем, где наш кум находится. Надеюсь, что он жив, и у него все хорошо. Вот. Самое сложное было, я в тот момент думал, лучше я был бы в Мариуполе вместе с ними, чем без связи, и не понимал, что происходит. Я, наверное, эмоционально очень выжегся в этот момент. Очень сложно было. Просто даже ты сидишь, думаешь, если тебе скажут, что с ними что-то случилось, что делать с этой информацией, как дальше продолжать жить. И это было очень сложно. Сложно. Скажи, як ти намагався піймати зв'язок для того, щоб додзвонитися, можливо, до мами, до друзів, де ти шукав цей зв'язок і де він взагалі по місту був? Пропала зв'язь числа 2-3 марта, ну і після цього я навіть не знав, де може бути зв'язь. Так на вулиці виходили періодично, хтось сказав, що в центрі міста є Київстар, він ловить. Но нам было очень далеко до центра города, ну и мы оставались также все без связи. И потом какая-то девушка сказала, что возле дороги, где мы жили, надо было в посадку выйти, там была связь киевстаровская, чуть-чуть, но ловила.
Ну и мы некоторые дни пошли попробовали, но не получалось. Я взял у девушки, у нее был Киевстар, и раз, смотрю, палочки появились. Я позвонил маме, это все, что я помню, сразу первым делом. Поговорил, она мне рассказала, что происходит вообще в стране, что происходит в Мариуполе. И, ну, стало, мне чуть-чуть легче стало, что я услышал ее голос, и она услышала мой, потому что, ну, знаете, когда не слышишь родного человека, вот как она меня не слышала, ей очень страшно, я не знал, что там происходит, вообще живое или нет. А мне также, потому что я понимаю, как она переживает, и очень тяжело, я каждый день сидел и думал, как там родные, ну, что они там думают, и тем более, и бабушка в пожилом возрасте, у нее с сердцем тоже там не сильно хорошо было. Ну вот я первым делом позвонил ей, мы поговорили, так, с перебоем каким-то, ну, она сказала первым делом, Игорь, выезжай. Я говорю, мама, у меня нет бензина. Она мне говорит, выходи пешком. Люди выходят, пробуй. Как... Я сказал, мам, ты не видишь, что тут происходит конкретно по всему городу. Я знаю, что показывают вам по новостям, примерно, понимаю. Но не видишь конкретно этого ада всего. Я говорю, тут не вариант даже выйти на улицу, просто постоять даже сейчас по телефону поговорить. Потому что самолет летает каждые 10 минут, сбрасывают бомбы, лупят снарядами. Ну, по улице страшно ходить. И вот так вот я поговорил с родными тогда первый раз. Кстати, я когда вот в поле разговаривал с Сарой по телефону, и знаешь, ну, сначала снаряд падает, а потом только идет звук, доходит до тебя. И когда ты не слышишь, ну, не видишь, куда он падает, тебе страшно становится. Ну, ты думаешь, что звук рядом, значит, все, ну, очень рядом где-то упал. И я вот стоял, когда разговаривал по телефону, и слышу звук, ну, бах, и очень близко. И мне, ну, стало страшно, я развернулся, начинаю убегать. И потом думаю, повернусь, посмотрю, где это. И поворачиваюсь, и вижу, как прилетает еще один снаряд. Ну, это от меня метров 300 там было где-то, по сути. И он прилетает, и типа так бух, и пламя такое. И я понимаю, что звука еще нет. И я стою и начинаю считать, сколько секунд пройдет до звука. И начинается звук. И я такой, ну, вошел в кураж и думаю, ага, значит, оно так происходит. И начинал смотреть, куда снаряды падают, и потом слушал звуки. Он все ближе! Побежали отсюда! Саша, страшно. А трупов видел очень много, да, и на районе очень много было тех, которые осколками побывало, были знакомые, те, которые помогали. У моей сестры есть подруга, она полностью слепая, и у нее ребенок еще свой есть. И, ну, так как газа не было, ничего, света не было, еду все готовили на улице. И вышла семья помочь с продуктами приготовить на улице. И прилетел как раз снаряд, и мать убила осколком, а девочке оторвала руку, когда она падала от удара. И она умерла тоже при этом. Когда выезжал, очень много видел трупов, без головы, без ног лежали. Кишки есть зажаренные, которые, ну, сгоревшие дотла, вот, лежали прямо посреди дороги. Стояла разбитая техника вся, были видно, когда крышу у танка выкинуло, а люди там сгоревшие полностью тоже сидят. Ну, так все тело сидит, ну, черное, одни кости. Очень много, да, было трупов. Я когда выезжал, я увидел первого, когда без головы, сказал себе сам, что я больше по сторонам смотреть не буду. Ну, не получалось, я ехал, и всегда надо было как-то смотреть. И бывало такое, что мог машину следующую впереди меня въехать из-за того, что засмотрелся на это все. Да, очень неприятно и запоминающе. Что люди пили, ели, просто что знаходили? Люди пытались друг другу помогать. Они... Кто мог обменять, допустим, водку на еду. Ну, все менялись, кто просто так давал, у кого что-то было, помогал.
Некоторые, да, у кого вообще не было возможности, я не знаю, я, слава богу, наверное, не застал такого и не увидел, но ходили слухи, что люди и собак ели, ну, от безвыходности, потому что не было ни еды, ничего. Служи пили воду, те, которые находились далеко от каких-нибудь колодцев или так далее. Ну, я думаю, очень много людей, у которых не было еды. Коли прилетіло у драмтеатр, чи теж почали про це в місті говорити? Як про це ти дізнався, чи дізнався ти, коли там був? Я виходив, коли на вулицю, у мене все як на ладоні було, видно майже весь город. І я бачив Кірова, як дуже сильно бомбили його, просто на моїх глазах сравнювали з землею, він весь горів. Ну, не знаю, я кожен день смотрел, виходив. Ну, это было страшно. А потом я увидел, как в центре города, прям там есть церковь у нас большая, возле драмтеатра, и очень большое пламя дыма поднялось, такое как грибок. И я подумал первым сразу делом, это драмтеатр. Ну, не знаю, был прав, не прав. Потом, когда все-таки мы выехали, сказали, да, это драмтеатр горел. И я уже в Мариуполе выучил, где прилеты, где отлеты, что летит, куда летит и как летит. И не знаю, самое, наверное, страшное, когда ты слышишь, как свистит у тебя прямо над головой. Был момент такой, очень было страшно. Мы были с моей сестрой, получается, ее мужа, это отец был, и мы были на улице. И, короче, пролетал снаряд, очень-очень просвистел вот прямо над головой до такой степени, что я думал, что это прям где-то в наш дом сейчас летит. И мы просто за секунды, вот, что мы сделали, мы упали на пол и так спрятались друг с друга вот так, и обняли друг друга. И потом оказалось, что просто на соседнюю улицу снаряд прилетел, и там дом сгорел дотла, и просто полдома не было. Была непонятна постоянная стрельба, ну уже артиллерийского такого не было, было постоянно пули, слышны пули. И была задача перейти просто две дороги, встречную полосу и, грубо, как это плохо не звучало, где уже более безопасно, где оккупанты были. И там мы уже дозвонились и за нами выехали с Юрьевки и забрали нас. Собрались колонны, 20 человек с подвала и пошли. И за всеми приехали, за всеми 20 матчей? Там, типа, нет, никакие гуманитарные автобусы, зеленых коридоров не было. Их просто оккупанты не пропускали. Это только на своем, кто пешком шел, на личном транспорте у кого сохранился. Вот нам повезло, что за нами выехали, мы дозвонились, и за нами друзья выехали и забрали нас. У Ігоря був куди складніший шлях до мирних територій. Як ти виїжджав, які були взагалі варіанти виїхати, і коли ти зрозумів взагалі для себе, що потрібно валити? Я жарю, я до останнього там хотів залишатися в Маріуполі. Ну, я не знаю, просто с каждым днем эта надежда угорала, потому что городу хана была. А у меня же машина стояла без бензина, и был вопрос только в бензине, где его найти. У нас литр бензина за 1000 гривен продавали, если, ну, кто-то продавал, если у кого было. А вот когда появилась связь, я туда дозвонился до мамы, мама начала по группам искать людей, те, которые выехали, но остались родственники, ну, у кого есть бензин. И так повезло, что я жил когда-то на Ильича, и в том доме, где прятались люди, у них был бензин. И мама говорит: «Игорь, иди туда, хотя бы поузнавай». Я пошел 16 числа туда, пришел, там была семья, их было 7 человек. Я сказал: «Там ваша, по-моему, племянница выехала, сказала, чтобы вы тоже выезжали, и сказала, у вас есть бензин. Будьте ехать». Он мне говорит: «Нет, мы ждем микроавтобус, да, у нас есть бензин, мы не будем ехать». Я говорю: «Вы точно, говорю, подумали?» Ну, я просто про себя подумал, какой ты микроавтобус ждешь? Потому что в городе там не то, что транспорта, да, там у кого машины целые остались, это уже хорошо. И как-то 22 числа я дозвонился до мамы, она мне говорит: «Игорь, пожалуйста, пробуй. Пробуй уезжать, пробуй найти бензин». Ну, и я подумал: «Ладно, проснусь 23 числа». Просто, ну, все, у меня все мысли ночью были, где найти бензин. Я вот лежал и думал. Ну, в 6 утра я встал, а все мосты, через которые я мог выехать, они были либо кто заминирован, либо эти, разбомбленные. Ну, просто нет моста. Я взял велосипед, поехал до одного моста, посмотрел, что там люди сами положили доски, эти железки, железяки через мост, чтобы машины могли выезжать. И увидел в 6 утра колонну, 3-4 машины было.
Я думаю, ну раз люди выезжают, значит можно как-то. И поехал спрашивать опять к тем людям, говорю, дадите бензин, и я вас вывезу. Uh-huh. Он приехал к ним на велосипеде, говорю, так и так, надо уезжать, потому что вы видите, все хуже и хуже. Мы говорим, мы за, какая у тебя машина? Я ему сказал, он говорит, ты, у нас 7 человек, еще и кошка, а я еще с девушкой. Я говорю, ну что будем делать? Будем влазить, что, ну, да, будем пробовать, как-никак, но надо. Ну, они мне дали 5 литров бензина, я поехал, залил себе, машина не завелась, не хапанула. Я приехал еще раз к ним, попросил 5 и уже увидел панику. Людей подумали, что я просто возьму бензин и уеду. И кинешь. Да. И, ну, я понимал их, конечно, но я и сам на взводе. И я говорю, успокойтесь. Ну, я не сказал успокойтесь, я сказал, я не кидаю вас. Я так же, как и вы, мне помогаю. Вы мне помогаете с бензином, я вас вывожу. Ну, они мне дали машина. Что-то повыделось, но завелась, я доехал за ними, они все сели, это было очень тяжело, мне самому уже было некомфортно, потому что я понимал, как они сзади все скрюченные сидели. Просто уявіть собі картину. Звичайна легкова машина, в якій фактично немає чим дихати. Обмаль бензину і надскладний шлях попереду. Скільки в тебе чоловік ззаду було? 7. 7, кошка і собака. І впереді сидів, ну, пожилий мужчина. И я за рулем. И мы выехали. Ну, это было страшно, то, что я еду в никуда. Я не понимал даже, куда я еду. Через этот мост я боялся, что я упаду, у меня жопа упадет, и все. Ну и выехал. И сразу первый блокпост через 30 метров ДНРовский был. И было очень страшно. Не понимал, что может произойти. Могут ли расстрелять там, могут все что угодно. Ну, они там проверили минут 20 и через... Каждые 15 метров был блокпост до выезда с Мариуполя. Русский? Да, 2.5 часа я выезжал где-то 2 километра. Абсолютно окрема історія – російські блокпости. І зараз ви зрозумієте, чому. Як проходив блокпости? Пешком нас не останавливали, просто сказали, куди йти, а коли вже на машині виїжджати. Каже 30 метрів по городу. Ставили блокпости и проверяли все документы, фотографии, телефоны и так далее. До тебя были там какие-то претензии? Да, спрашивали, почему где-то военный билет, почему не служил. Ну, я говорю, я учусь, я футболист, типа, ну, такие, и смотрю телефон, ну, покажи, что ты футболист, и фотографии начал смотреть и так далее. Ну, неприятно это было. Забирали якісь там речі, можливо? Коли виїжджали вже з Юрівки, слухи ходили, ребята їхали, що і відбирають кросівки, шманають всі рюкзаки, типу. Ну, у нас не довелось, ми виїхали, у нас нічого не забирали. Правда, ми прятали гроші теж, нижнє белье, мама, там бабушка. Тому що слухи ходили, що відбирають вони. Ну, у нас нічого... не забирали, просто разденься, покажи телефон, ну, неприятно. И всякие такие провокационные вопросы были от них. А что за питання? Ну, были такие вопросы, как ваш там драмтеатр и так далее. Ну, с такой улыбкой. С нами ехал тоже человек, он там в Чехии работал, и спрашивают, что ты в Чехии там делал, патроны возил и так далее, боеприпасы с Евросоюза Украины. Ну, такие все провокационные вопросы, просто было много. Это 20 блокпостов только на Запорожье было русских, получается, оккупантов. И каждый, получается, мы добирались 8 часов, и каждые 30 метров, вот эти 50, одно и то же полностью проверяют, разденься, телефон смотрят, фотографии. Я все почистил, Инстаграм поудалял, чтобы не было никаких, чтобы они ничего не доцепились, потому что были слухи, что ребята, какое-то уведомление в телеграм-каналах приходило и не приезжали просто, даже такое было. Игорю было еще сложнее. Русские реагировали на его мощную статуру и найбільше – татуювання. На каждом догола раздевали и смотрели татуировки и спрашивали, что они означают. Спрашивали, воевал ли я. Я сказал, я одному ответил, говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что я футболист. Он говорит, а футболисты что, не служат? Я говорю, нет, а что? Я говорю, в контракте так написано. Ну, короче, я его загрузил и не знаю. А так проверяли все, что, ну, в багажник. Мне приходилось все эти чемоданы доставать, чтобы показать ему маленькую сумочку. Ну, и татуировки эти все, телефоны,
всю галерею он пролистал у девушки, у меня вот так все сообщения прочитал. Одна есть группа «Молния», если знаете. Да, такая, да, новостная. И я случайно, я не знаю, там не говорили поудалять все, но я про нее как-то и забыл. На одном из блокпостов он что-то стоит, читает эту группу и кричит другому: «Юра, иди сюда!» Тот бежит к нему, аж бегает, говорит: «На, посчитай!» Тот берет телефон и читает: «За голову что-то орка, там $500. За танк что-то там $2000». И такой стоит: «Тю, бля, а что так мало?» говорит. Такой дает телефон мне, говорит: «На, да ты чуть не убил пацана», говорит, «из-за этого», говорит. Я стою так, думаю. А при этом, когда он бежал ко мне, он кричит: «Слава Украине!» Я хотел ему ответить: «Ну, героям слава», но понимаешь... Эти пули Михаил. Ну да, я потом сел в машину и начинаю так осознавать, и говорю: «Ну, если бы я ему ответил там смерть врагам, что бы мне было?» И мне говорят люди, говорят: «Ну, наверное, в лучшем случае, в крайнем случае тебя ударили бы прикладом по голове, а так бы расстреляли», говорит. Ну, вот такое было. Девушек, я знаю, что сейчас уже вот просто раздевают догола, даже лифчики и нижнее белье, все, говорят, даже снимать. Смущаются якось? Ну, я не знаю, как изнущаются, но с таким подходят вопросом, типа, они еще им должны, как будто ты, ну, ты типа служила там или такое, ну, с плохим отношением. Скажи, як тобі вдалося виїхати, до якого ти населеного пункту доїхав, як ти потрапив далі взагалі на територію вже підконтрольної України? Ой, я коротше, виїхав 23 марта в 10 утра, я доїхав до Мангуша. В Мангуші я переночував. З Мангуші ми в 6 утра виїхали на Бердянськ. З Бердянська ми доїхали до Токмака. З Токмака нас не пустили, розвернули. Я 4 рази проїхав один і той же блокпост, тому що вони розворачували і говорили: «Туди не їдь, там зараз стріляють, і їдь на Орехово». На Орехово їдеш, а там мост зорваний. Уже не знаю скільки. Виїжджаєш з Орехово, їдеш обратно, вона говорить: «Там нельзя, там стріляють». Короче, фигню мололи всякую специально, и один мне говорит же, я же ему говорю: «Ты меня уже четвертый раз проверяешь». Он мне говорит: «Кто? Я?» Я говорю: «Да». Я говорю: «То тебя другие проверяли, я тебя не проверял». Я говорю: «Ну и что?» Говорю: «Что ты, я что новое?» Говорю: «Привез, только вы сами меня туда-сюда гоняй». И он мне говорит: «Слышишь ты? Ты как со мной разговариваешь?» Говорит: «Поверь», говорит, «был бы кто-то другой на моем месте, тебе бы, говорит, дали раз уже, говорит, прикладом, ты тут валялся. Поверь, мы вам не враги», он мне говорит. И я хотел ему сказать: «А кто, наверное, друзья, вы мне пришли, все забрали, ни жилья, ничего не осталось, ни работы. И ты говоришь, что ты мне не враг, и водичку мне даешь. Ну, сралась мне твоя водичка». Родина Артура выехала раніше. Це торговий дім, де в бункері перебувала родина Авагімяна. Артур зізнається, завдяки цій споруді вистояв його дім. Він поза торгівельним. Далі ви побачите кадри безпосередньо двору і дому Артура. Дуже особисте відео, яке було зняте 3 тижні тому. Пізніше мародери винесли те, що ви побачили. Вокруг сусідів всі залишились без домів. Зараз от не один, одні люди, виходить, написали з Маріуполя. Во время того, когда мы играли черноморцем против Мариуполя, я там одному малышу дал футболку, игровую черноморцем. И он сейчас, когда был на связи, написал мне: «Артур, привет, не переживай, я забрал твои кубки, игровые футболки, они у меня дома, когда приедешь, я тебе все отдам». И была такая ситуация, что забежал кто-то, да, в подвал, но вроде бы это был сосед, не знаю, может быть военный, не могу точно сказать. И сказал, что ребята, уезжайте, потому что... Тут уже, ну, все заходило в центр города, мои родители живут там, и сказали: «Лучше уезжайте, потому что, может быть, дальше все еще печальнее, потому что все вокруг моего дома разбито». И они вот выехали под бомбами, говорят, когда выезжали, по городу просто лежали трупы, животные, люди, все было развалено, они не могли, они не выходили с подвала долго. Вот мне все время папа отзвонился. А те, кто вышли из подвалов, увидели, что творится вообще в городе, они не могли поверить своим глазам, потому что все было разрушено. Они говорят, что пережили сущий ад просто. Вот у моего дяди сейчас проблемы с памятью начались. Из-за этого на фоне стресса, да, он может сказать что-то и там забыть уже на следующий день, что было вчера, например.
Поэтому такие вот мой брат сильно был напуган, он не мог прийти в себя, наверное. Ми вдячні кожному нашому герою, який погодився розповісти про ситуацію у Маріуполі. Їм щоразу не просто переглядати кадри із зруйнованого рідного міста, з дому. Для кожного з них маріупольська трагедія – це величезний біль на роки вперед. Це дуже особисте відео. В житті Артур позитивна людина, але за місяць до пекла ніби відчував, що їде із такого звичного для себе Маріуполя в останній раз. Яким ти бачиш Маріуполь? В майбутньому український Маріуполь. Я надіюсь, що він буде ще краще, ніж був. Ну, мабуть, ту боль, яку він пережив зараз, мабуть, ближайше покоління, ну, не те, що не переживе, але не забуде. І не знаю, всі зможуть туди повернутися чи ні. Много вже, як сказати правильно, що... Много людей лишили своих близких, и как им дальше жить, у них у всех, ну, разбитая, грубо говоря, жизнь дальше. Експерт нашого каналу Віталій Самойлов разом із друзями допомагають окремому підрозділу сил спецпризначення. Вони вже закупили для хлопців глушники, прилади нічного бачення та інше спорядження. Але допомога потрібна ще. Усі реквізити ми закріпимо під цим відео. Наша компанія, наша редакція, компанія 1+1 Медіа та Парімач допомагають Збройним силам України. Перемога 100% буде за нами. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.